В Ноябрьске определили самых умных и эрудированных. В городе состоялся турнир «Битва интеллектов». Игра прошла сразу на двух площадках – во Дворце молодежи и в Современнике. За путевку на Кубок губернатора Янау боролась 51 команда. В итоге во второй этап прошли 19. Уже в ноябре им предстоит сразиться с эрудитами ямальских муниципалитетов и регионов Уральского федерального округа. Уже традиционно турнир проведет магистр игры «Что, где, когда». Авторские задания подготовит двукратная обладательница «Хрустальной совы» Елизавета Авдеенко. Большая игра пройдет 10 ноября в спортивном комплексе «Зенит».